студии Роскосмоса. Космический корабль выведет на орбиту три спутника российской навигационной системы ГЛОНАСС. По плану это произойдет примерно через 4 часа после старта. И вот старт. Красочное зрелище. Но что-то, кажется, идет не так. Что-то не так. Кажется, это будет катастрофа. И вот ракета направляется к Земле и распадается в воздухе. И взрыв. Итак, прямо в прямом эфире состоялся неудачный запуск ракеты «Протон-М» с тремя спутниками российской навигационной системы «ГЛОНАСС» на борту. В воздух вбиваются клубы черного дыма. Five, four, three, two, one, zero. We have ignition and liftoff from Cape Canaveral Air Station of the Air Force Delta II launch vehicle carrying the new GPS-2R satellite. We have had an anomaly. We need to secure the area. Once again, we had liftoff of Delta II launch vehicle from Cape Canaveral Air Station, and we just had a problem with the vehicle on the pad. Titan 34Ds in 1985 and 1986 might have accelerated Titan's demise. But instead, a more catastrophic disaster